Вместо билета Банка России – билет Банка приколов. Отличить фальшивые деньги от настоящих, особенно пожилым людям, на первый взгляд, достаточно проблематично. Этим и пользуются мошенники. Обман с подменой купюр они используют повсеместно, а потому жертвой обмана может стать кто угодно. Как защититься от подобной аферы, знает Рамиль Шайдулин. Подумала, раз она знакомый человек, я вроде бы решила взять. 77-летняя пенсионерка в одночасье лишилась всего, что у нее было, без малого 200 тысяч рублей. Теперь жалеет, что вообще открыла дверь девушке, представившейся племянницей ее подруги. Гостья сказала, что сама из Башкирии и предложила купить мед. Отказать, говорит пенсионерка, было как-то неудобно. Первые несколько 5-тысячных купюр на мелкие девушка сначала предложила поменять, и бабушка согласилась. Крупные деньги и считать удобнее. Потом, увидев, где лежат накопления, подменила все, что было. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что аферистка подменила все купюры, потерпевшие, на так называемые билеты банка приколов. Таким образом, общий ущерб составил более 193 тысяч рублей. Чаще всего схема мошенников рассчитана на размен денег у пожилых людей. Те, зачастую не замечая подвоха, в итоге остаются у разбитого корыта. Но от такого способа страдают не только пенсионеры. На удочку мошенников могут попасться как кассиры, так и просто доверчивые горожане. Риск существует не только при размене денег, но и при покупке или продаже товара у незнакомца. Сейчас у нас много магазинов, где практически в каждом магазине установлены детекторы по проверке денежных вещей. Я думаю, если вы попросите, вам ни один кассир не откажет помощи. Но если вы сомневаетесь, лучше вообще не менять никакие денежные средства. Полицейские советуют, если возникла необходимость что-то продать или купить, пожилым людям использовать либо банковские счета, либо позвать человека, которому они полностью доверяют. А детям и внукам почаще своим близким напоминать об опасности. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Амир Залюшев, Вызов 112.